Единственный в Ярославле обладатель «Оскара» Александр Петров вновь пополнил уже ставшую многочисленной коллекцию своих наград. Медаль за вклад в кинематографическое искусство знаменитый художник-мультипликатор получил в Москве на 10-м международном фестивале «Русское зарубежье». Фильм называется «Моя любовь». Он сделан по роману Ивана Сергеевича Шмелева, который, как известно, жил и во Франции довольно долго, и умер во Франции, и написал все время про Россию. Так что вот фильм я, в общем-то, снимал о России, но, так сказать, использовал литературу, тексты великого нашего эмигранта. Ну и, кроме того, я все-таки почти 3 года прожил с семьей в Канаде. За этой медалью стоят большие имена. Эту медаль получали в свое время Итанина Гуэра, эту медаль получали Никита Михалков, получал композитор Брегович. На этой неделе в мастерской художника побывал Владимир Слепцов. Руководитель Ярославля с интересом ознакомился с тем, как создаются творения в технике ожившей живописи. Александр Петров рисует масляными красками на ярусах стекол, просвеченных особым способом снизу. Создание фильма – большая и кропотливая работа, на которую уходит несколько лет. Свои последние творческие планы художник пока держит в тайне. Увы, творцу порой мешают обычные земные проблемы. Из-за ветхих труб в доме, где расположена мастерская, часто возникают протечки. Владимир Слепцов обещал помочь создать достойные условия для творчества.